Сотрудники спецслужб и правоохранительных органов разоблачили банду, которая снабжала нелегальных мигрантов поддельными документами. Задержаны 19 участников группировки, в том числе ее лидеры. Преступники действовали в Москве и Московской области, при этом у них была сеть посредников в регионах. Они изготавливали и продавали фальшивые паспорта государств Средней Азии, необходимые для постановки на миграционный учет, а также другие документы. Выявлено 11 подпольных типографий, изъято множество поддельных удостоверений личности, патентов, медкнижек, печати и голографических наклеек.